Вредные выбросы заводов и предприятий, выхлопные газы от транспорта, неизменные спутники больших городов. Все это влияет на чистоту воздуха и качество питьевой воды. Плохая экология, бич, глобализация. Чебоксары с каждым годом разрастаются. Столица уже полумиллионник. Отсюда и новые экопроблемы. В эфире программа «Комфортный город». И сегодня мы с вами выясним, кто стоит на страже экологии Чебоксар? Как часто берут пробы воздуха и почвы? Стоит ли пить воду из-под крана? И можно ли сказать, что наш город действительно зеленый? Ответы прямо сейчас. Не переключайтесь. Изменения в экологической обстановке города первыми замечают его жители. Мы вышли на Чебоксарские улицы, чтобы узнать, что, по мнению горожан, загрязняет окружающую среду и легко ли дышать полной грудью. Кто загрязняет? Человек загрязняет, кто еще? Отходы от всяких станций и от заводов. Воздух на центральных улицах, наверное, за газон, потому что много транспорта сейчас ходит. А так, я считаю, что все в порядке. Получше все равно. Мне больше нравится все равно у нас. Лучше, чем других во многих городах. Утром очень свежо, очень хорошо, когда транспорт мало. Но днем, конечно, тяжеловатый воздух немножко. Ну, машин много. Этот газ много. И мне кажется, что у нас город по сравнению с другими большими городами почище будет даже. И с экологией у нас меня все устраивает. Если подальше от разных заводов, то все хорошо, приемлемо. Сам в каком районе живешь? В юго-западном живу. С экологией все в порядке у нас. Только булочками пахнет от хлебобулочного завода. Экологи знают, что лучше всего очищают воздух в промышленном мегаполисе. Следует нашим застройщикам обратить внимание на именно планирование зеленых зон в новых микрорайонах. К сожалению, не всегда в наших новых районах города именно есть запланированные участки под лужайки, под скверы, парки и просто места отдыха. Часто это просто парковки, асфальт и очень мало зеленых зон. Поэтому хотелось бы, чтобы не только старые части города у нас были зеленые насаждения, но еще и в новых районах. Еще одна давняя проблема – загрязненность малых рек. Чебоксарка, Сугутка, Трусиха, Кувшинка. Когда-то эти речки были шириной больше метра, в них даже водилась рыба. А сейчас там можно поймать лишь отбросы человеческой жизнедеятельности – полиэтиленовые пакеты или пластиковые бутылки. Так как у нас малые реки питают залив, соответственно, все это идет в Волгу, в нашу великую реку. И если такая тенденция будет идти и дальше, то, соответственно, это негативно скажется на общем экологическом состоянии всего водного бассейна. Традиционные субботники, в которых участвуют горожане, конечно, помогают поддерживать чистоту. Но в целом эта проблема не решает. Экологическое воспитание должно начинаться с самых малых лет. Улица Водопроводная, центр Чебоксар. Здесь расположено много жилых домов, работают городской центр занятости, больница. Рядом историческая часть города и бонус – красивый вид на Волгу. Казалось бы, благодать, чисто, уютно и свежо, но Татьяна Патина, здешний сторожил, другого мнения. В субботу, воскресенье или по ночам дышать нечем, задыхаешься, кашляешь – это ужас. Запах очень неприятный, я не знаю, с чем его сравнить, но неприятный очень. Всему виной плохой сосед – кирпичный завод. В процессе обжига в окружающую среду попадает гидрофторид – бесцветный ядовитый газ с резким запахом. При контакте с водой образуется плавиковая кислота – крайне токсичная жидкость. Раздражает кожу и слизистую оболочку. Окна выходят на завод, и мы практически, как только ветер в нашу сторону, мы чувствуем этот запах, он заходит домой к нам, в квартиру. Мы закрываем окна, форточки, постоянно это в тени. А так дети гуляют тоже постоянно. Дышу, то есть болеет аллергия. У меня дочь с аллергией. Мы давно уже и писали, вроде мы собирали, писали подписи, чтобы нам завод этот убрали. Ну, не знаю, он еще стоит. О переезде завода говорят давно, но конкретные сроки до сих пор не названы. Это точка на карте города под контролем Центра гигиены и эпидемиологии. Еженедельно специалисты берут пробы воздуха.
Сейчас мы определяем трассу гидрофторида. Поэтому прибор по катализатору, этот превышение ПДК определенной допустимой концентрации гидрофторида нету. Не превышает предельно допустимой концентрации. Показывает 0,0. Но такой результат бывает не всегда. Стоит заводу начать работу, и газ снова окажется в воздухе. На выезде у лаборантов целый набор инструментов. Они определяют направление и скорость ветра, а также атмосферное давление. Пробы нужно брать на высоте 1,5 метра и при температуре не ниже минус 15 градусов. Пробы исследуют по нескольким показателям. Пыль, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода. Прямо на месте можно узнать количество оксида углерода в воздухе. По нормам оно не должно превышать 5 мг на кубический метр. Концентрация оксиуглерода на данный момент показывает по экспресс-прибору 1,3 мг в метр в кубе. Кроме водопроводной улицы, специалисты контролируют качество воздуха еще по 5 адресам. Гагарина, Промышленная, Ленинского комсомола, Новый город и Пихтулинская свалка. Исследования показывают, выше гигиенических нормативов превышения не обнаруживали. Так что у нас обстановка пока нормальна в городе Чебоксары. Это подтверждает и последняя проба с водопроводной. Все показатели оказались в норме. Еще одна лакмусовая бумажка – состояние почвы. За ней следят также зорко. Под контролем 8 столичных адресов. В лаборатории ее проверяют по 14 показателям. Здесь идет подготовка для определения содержания в почве нитратов. А все самое интересное происходит здесь. Спектрометр определяет содержание тяжелых металлов в почве, таких как свинец, медь, кадмий. Для этого почву переводят в жидкую фазу. Изменение цвета пламени – характерный признак наличия металлов. Проба, попадая в прибор, попадает через капилляр, там испаряется под высокой температурой. Лампа, она ее возбуждает. Здесь фотоэлемент ловит это возбуждение и передает на компьютер. Превышений по соцгидмониторингу за 2016 год у нас не было обнаружено по тяжелым металлам. Были превышения по такому показателю, как бензопирен. Бензопирен – это канцерогенное вещество, которые образуются в зоне влияния автотранспорта или в зоне влияния промышленных предприятий. В целом почва по городу Чебоксары у нас соответствует гигиеническим нормативам. Здесь были высажены многолетние цветы. Позже, когда уже установится хорошая погода и ко дню республики, здесь будут высажены еще дополнительно однолетние как раз цветы, которые уже украсят и будет полный уже красивый вид данного сквера. Начальник столичного управления экологии Владимир Михайлов рассказывает о планах благоустройства сквера Сеспеля. Буквально пару лет назад здесь все было в зарослях и невысоких деревьях, а теперь у горожан появилась еще одна благоустроенная зона отдыха. Кстати, их в городе почти 150. Чебоксары – один из самых зеленых городов России. При площади в 233 квадратных километра 110 из них занимают деревья, кустарники и трава. Причем их площадь постоянно увеличивается, зеленые островки появляются регулярно. Долгое время саженцы высаживали сами горожане. Это можно было сделать во время субботников. И на этом все. Дальше за судьбой деревьев практически не следили. Итог был печален. Приживалось всего половина растений. В последние годы механизм посадки изменили. Мы на конкурсной основе выбираем подрядчика, который производит выкопку как бы лунок, сажает данное дерево и производит его уход. У нас мы устанавливаем гарантийный срок не менее 3 лет для уже того, чтобы определить, вырастет данное дерево или не вырастет. Это такой оптимальный срок для определения. То есть если дерево растет в течение 3 лет, значит оно будет расти и дальше. Если же оно не растет, то подрядная организация в рамках гарантии данное зеленое насаждение пересаживает. Результат такого подхода – 8 из 10 саженцев выживают и растут на новом месте. Посадка и дальнейший уход – полдела. Не каждое дерево способно жить в городской среде. Лучше всех это получается у липы, тополя и каштана.
Те же и хвойные деревья, например, ели или сосны, они неплохо растут в солнечных местах. Их лучше сажать в более затененных местах. А другие лиственные, например, деревья, они больше любят солнце. С начала года в Чебоксарах посадили уже более 2000 растений, так что можно с уверенностью сказать, с легкими у города точно все в порядке. Есть то, что мы пьем. Качественная питьевая вода – залог здоровья. Ее источник – река Волга. За хорошим самочувствием горожан следит водоканал. Как это происходит? Водозаборные станции поднимают речную воду на станции очистки первого подъема. Затем мощные насосы перекачивают ее дальше, на очистные сооружения. Здесь воду обеззараживают и очищают от примесей. Вместо хлора используют безопасный реагент – гипохлорид натрия. А чтобы убрать остаточные запахи и уменьшить риск появления бактерий, добавляют сульфат аммония. Этот процесс называется преаммонизация. Все полностью автоматизировано, качество воды контролируют на всех этапах. Питьевая вода должна быть она безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. За безопасность водопроводной воды отвечает не только водоканал. Снова вернемся в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. Здесь исследуют образцы со всей республики. Специалисты выявляют санитарно-гигиенические и физико-химические показатели. Определяем запах воды. Наливаем 100 мл. Определяем запах. В данном случае запах слабый. 1 балл. Ежедневно здесь проверяют до 20 проб жидкости. Водопроводную воду тестируют раз в месяц, а во время паводков еженедельно. В это время примесей становится больше. Но нужно отдать должное столичным водоснабженцам. Качество воды практически не страдает. Специалисты отмечают, очень многое зависит и от труб, через которые вода поступает в квартиры. Все равно и железо попадает, и частицы из труб всякие. Я, конечно, советую пользоваться фильтрами. Воду. Но у некоторых бывает, если водопровод хороший, чаще вот используют пластиковые трубы. В общем-то, качество воды хорошее. Можно, кипятить, конечно, надо воду. Сырую не советую. Пить или не пить воду из-под крана в конечном итоге каждый решает сам. Многие горожане используют дополнительный фильтр для очистки. Кувшины, специальные насадки и краны. Я считаю, что пить водопроводную воду небезопасно. К тому же у меня есть маленький ребенок, и я бы никогда не налила ребенку обычную воду из крана. А использовать фильтр, я абсолютно уверена в том, что все мои домашние не подхватят никаких бактерий, никаких вредных веществ вместе с водой. А фильтр мы меняем каждый год. Свежий воздух, чистая питьевая вода, экологическая обстановка в Чебоксарах в пределах нормы. Проблемы, которые есть, а это загазованность воздуха и загрязненность городских речек, решаются поэтапно. А чтобы обеспечить зеленое будущее, заботиться об окружающей среде, нужно каждому из нас. Это была передача «Комфортный город». До свидания.